Идея сегодняшней презентации журнала «Дарьял» – эта идея полностью принадлежит Министерству культуры Абхазии. Это их инициатива. Дело в том, что осенью прошлого года у нас вышел тематический номер, который был в значительной степени посвящен 25-летию Дня Победы независимости Абхазии. Там было несколько материалов, проза, есть картины абхазских художников в нашем номере. И Министерство культуры заинтересовалось и пригласило меня, поэтому я сегодня здесь. Спасибо им за это. И спасибо руководству театра за то, что предоставили нам площадку для этой встречи. Задача сегодняшней встречи, как я ее ставлю перед собой, это знакомство с абхазскими писателями, с абхазскими издателями, налаживание культурных связей, которые, на мой взгляд, в последнее время немного ослабли. И мне хотелось бы, чтобы у абхазских авторов была возможность публиковаться у нас. Мне хотелось бы, чтобы люди знали больше о том, что происходит в литературной среде Абхазии, потому что у Абхазии известная литературная традиция очень сильна. Да? Но что происходит сейчас, об этом мало кто знает. Наш журнал выходит с 91 года. Я всего лишь год как стал главным редактором журнала. И, конечно, то, что вы говорите, это очень актуально, потеря интереса к печатным изданиям. Поэтому мы пытаемся сейчас его продвигать в виртуальном пространстве, в социальных сетях. Без этого сейчас никуда. Сейчас половина успеха, наверное, зависит от продвижения журнала. Я начинал в молодости как писатель, а потом на долгие годы ушел в журналистику. И сейчас, когда я год назад возглавил литературный журнал, я почувствовал, как будто бы я снова вернулся в то, что было всегда близко моему сердцу. Поэтому, наверное, все-таки литературное творчество – это то, что действительно меня занимает и беспокоит.